Конечно, завтра будет день поля. Сегодня они еще только собираются, раскладываются. Ну, кто-то уже приехал, кто-то приедет попозже. Вот такой вот тут палаточный городок образуется. Сейчас пока нет, никого нет, немножко проедем. Посмотрим, что там где интересного. Какие-то тут прицепчики, это для рулонов, похоже. Это сеноворошилки. Тут не знаю что. Там какой-то квадроцикл стоит. А колеса начищают, чтоб все блестело. Так, это поливалка, опрыскивалка. Стейр трактор. Моет. Сейчас главное никого не задавить. И чтоб меня никто не задавил. Еще, наверное, не все приехали. Обычно где-то до конца поля. А нет, там тоже уже кто-то стоит. Уже тоже стоят. Так что любители большой техники, тракторов. Бывает, можно покататься на легковушках, если приехать пораньше, записаться на тест-драйв, то можно успеть покататься первому. Ну, а кто не успел, тем уже может и большая очередь будет. Вот такие маленькие, побольше, всякое разное. New Hollander или New Hollander. Такер. Обычно какие-нибудь мероприятия для детей. На чем-то покататься, где-то посидеть, что-то посмотреть. Бывают какие-нибудь машинки на пультах управления. Класс. Легла. Так, кто-то заедет. Вообще мероприятие довольно интересное. Почти во все можно залезть, посидеть, поползать. Иногда дают даже завести, что-нибудь поизображать на месте. Вот какой-то такой штуки сидел какой-то раз. Волтек. Если честно, даже не знаю, какая считается самая мощная. Какой тут Porsche среди тракторов. Вообще трактора Porsche бывают или нет? По-моему, бывают трактора то ли Ferrari. Что-то такое где-то я видел. Или Lamborghini. Ну ладно, честно сказать, не помню. Надо искать информацию. Мэхи. Ну, короче, кому надо красненький, есть красненький. Кому надо зелененький, есть зелененький. Есть синенький, есть желтенький. Прикольная штучка. Может себе пруд на огороде выкопать. Косилочки. Ну, короче, завтра будет довольно интересно поползать. John Deere. Я не знаю, пойду я сюда завтра или нет. Может соберусь, может не соберусь. Погода-то вроде хорошая, обещается. Так, сейчас будет, наверное, ветер микрофон задувать. Ну ладно, посмотрим, может еще кто-нибудь приедет, немножко тут потусуюсь. Вот как раз подвезли еще какой-то стейр. Солнышко светит. Птички поют. И тут еще загребут гад маниту. С прицепчиком.
Обычно еще какие-нибудь соревнования там по распахиванию поля или что-то вроде того. Так, там что? Там непонятно. Ну, бывает еще легковые машины тоже на продажу, как реклама, и сразу с ценами. И лизинг оформить можно. Короче. Вот может даже... А, нет, это, наверное, просто приехали. О, тепленько. Пригревает. В общем, такое вот мероприятие. Становится по местам. Настраивают, налаживают. Разгоняют. Копошатся, в общем.